Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных, приют «Твори добро» Наталья. Здравствуйте, уважаемые гости канала, моя такая большая дружная семья. У нас сегодня экстренный выпуск. У нас нет средств на питание от слова совсем. Все, мы в долгах перед клиникой. Я экстренно всех животных, находящихся там, забрала домой. Это Вера, Марфуша, Гриша, Белка, Луна, Феликс и Лорд. Все сейчас на данный момент находятся у меня в квартире. Так как все собаки не долечились, у кого-то не сняты швы, кто-то получает еще препараты. И все мы находимся, располагаемся в 11-метровой комнате, так как у меня еще, помимо них, своих 7 собак. То есть на данный момент у меня сейчас в моей квартире находится 6 и 7, 13 собак и 2 кота. Коту Феликсу сделали операцию. Лорд у нас в подвешенном состоянии. Денег на МРТ, к сожалению, мы собрали очень-очень мало. И то, что присылалось, я все пока выпускала на питание на приют. В приюте 100 собак, не забываем об этом. Весь август месяц вы не были с нами, вы не видели многие наши ролики, вы нас не поддерживали, но те все, кто помнил, перечисляли денежки только благодаря вам и вашей помощи мы кое-как выплыли. Август для нас был очень тяжелый. У меня был, честно, нервный срыв. Хотелось все бросить, но понимала, что куда их бросишь и кому они будут нужны. Никому. После блокировки канала я всем написала, что я поехала выпускать собак из приюта, пусть бегают, что будет, то будет. Это действительно был нервный срыв, это была нервная депрессия, потому что хвосты во всем этом, именно пушистики, они не виноваты, и люди об этом не думают. Люди думают только о себе и о своем финансовом благополучии, к сожалению. Вот, а о том, что страдают животные, почему-то это никого вообще не волнует. Каждый мой комментарий, он в первую очередь посвящен животным, потому что именно о них я думаю всегда. Мое утро. Встаю, убираюсь. Извините, что такой бардак, но тут у нас Верочка, спинальница, она ползает и поэтому все собирает под себя. И так в день я убираюсь по 5-6 раз за вот этими всеми пушистыми, которые выписаны из клиники. Вот в таком бардаке сейчас приходится мне экстренно жить, так как передержек, к сожалению, в нашем городе, я еще раз говорю, найти невозможно. Даже платных передержек их просто нету. Моя такая большая дружная семья. Август месяц. Еще раз повторяюсь, простите меня, что да, он меня сильно выбил из колеи. Подорвано мое психологическое какое-то состояние, честно, я пока не могу до конца прийти в себя, мне очень сложно. Я никогда не думала, что есть такие... Нет, я всегда знала, что Россия процветает в лицемерии и во лжи, но что люди опускаются до такого уровня, не думая в этот момент о животных, это, конечно, страшно. Это страшно, потому что именно пушистые не виноваты ни в чем, от слова совсем. И люди, которые делают подлости, это люди, у которых не имеют души. Они не думают в тот момент о животных, и, соответственно, любви к животным у них нету никакой. Но я говорю, всегда жизнь расставит все по своим местам. И сейчас это как бы... Да, и многие почему-то забыли, что такое слово «правда», да? Правда, честность. И простите меня, пожалуйста, да, она колкая, потому что в наше время таких людей осталось единицей, к сожалению, но почему-то правда всегда воспринимается как острый нож. Но извините, я такая. Я не могу жить ни во лжи, ни в лицемерии. Для меня это две вещи, которые не идут со мной в ногу. И поэтому все, что я вижу, все, что я думаю, то я и говорю. И я считаю это правильным. Да, мы белые вороны. В этой жизни нам сложно. У меня такая же дочь, но у меня зато на душе всегда светло и спокойно. И люди должны научиться отличать ложь
от правды. Это так, немножко я рассказала о том, что какой я человек. Вот, идем дальше. Как проходит мой день, вот так вот проходят мои дни, пути спасения. То есть после того, как я погуляла со всеми, плюс свои собаки, я встаю в 8 утра, 3-4 часа я сплю в последнее время. Потом я еду за закупками, приют, где-то позвонили, кого-то надо спасти, помочь. И то есть целыми днями у меня получается, что мы спасаем, кормим, лечим, и так практически каждый день. Да, это сложно, да, это тяжело. Кто-то когда-то сказал, что я очень много времени провожу за рулем. Люди, те, кто водитель в России, да, у нас в год гибнут миллионы людей в России на дороге. Да, я считаю себя профессиональным водителем, но, к сожалению, и на моем пути могут оказаться люди, которые вовремя не справились с управлением или что-то еще. Дорога – это вечное напряжение, я вам честно скажу. Это ты постоянно в стрессе и постоянно в напряжении, потому что езжу я минимум, это 600 километров, и это очень много. Но зато я спасаю животных, и вместе с вами, и от этого мне всегда на душе легко и хорошо. Мы спасли с вами уже столько пушистиков, что, знаете, кто-то находит семьи, кто-то уезжает в семьи, знаете, это дорогого стоит, честное слово. Это стоит дорогого, это слезы и радости, и того, что ты смог в этом жестоком мире помочь этим беззащитным существам. Мы такая большая дружная семья. И сейчас все животные с клиники выписаны и находятся у меня территориально в квартире. Я волонтер, который не беру денег за их содержание, да, потому что, ну, с кого брать? С бездомных животных, то есть за передержку, да, с кого взять? Вот с этих существ, которые не могут сами за себя платить, я считаю, что это глупо. Была бы платная передержка, да, я бы, конечно, отдала бы. Но их нету, к сожалению, поэтому все мы находимся в моей квартире, все мы ждем помощи, приют на грани выживания. Вчера я уже 8 коробок мясопродукции взяла в долг. И хочу объявить неделю стольника. Мы давно к этому этого не делали. Мои добрые волшебники, моя большая такая дружная семья. Помогите, помогите приюту с финансами и хвостиком. Кушайте достойно дальше нам продолжать наш путь спасения, помогать, спасать. И кушать. Они не виноваты в том, что оказались. Знаете, как я говорю, что во всей этой ситуации жертвами оказались именно пушистики. Пострадали именно наши хвосты. Моя такая большая дружная семья. У меня, честно, у меня пока нету полностью, я еще пока не влилась именно в русло в это, я потихонечку прихожу в себя. Вот, я обращаюсь к вам. Помогите нам выжить. Помогите нам выжить, хотя бы сейчас собрать деньги финансово на питание. Вы все видите сами. Карты пустые, PayPal пустой. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья. И еще хочу, извините, пожалуйста, послушайте, кто до конца. Кто пополняет голодные телефоны? Девочки, сейчас ужесточились очень сильно правила по поводу пополнения голодных телефонов. Только раз в месяц я смогу пользоваться и забирать с голодного телефона 5000 раз в месяц. То есть и плюс очень большие стали проценты. Поэтому по возможности давайте убирать голодные телефоны и пополнять банковские карты. Сейчас это очень невыгодно, и то есть деньги, которые висят, вот у меня сейчас на теле 2 висят 8 тысяч, я не могу их вывести по той причине, что раз в месяц я могу взять оттуда только 5 тысяч, и то с большими-большими процентами. А мне всегда эти проценты жалко, я лучше бы на них купила мясопродукции. Это для тех, кто пополняет голодные телефоны. Пожалуйста, пересмотрите и по возможности перечисляйте свои финансовые средства на банковские карты. С большим уважением к вам, Наталья.